Друзья, всем привет! На связи Ребро Денис. И сейчас я максимально коротко постараюсь вам объяснить все преимущества от компании RedX. Итак, смотрите, что у нас есть. У нас есть 5 площадок для входа. Входим мы поэтапно с 1, 2, 3, 4, 5. Можно зайти только на одну площадку, выйти из нее, перейти на вторую. Выйти из второй, перейти на третью. Можно сразу одновременно зайти на первую, вторую. И на все 5. То есть вы выбираете для себя, на какую сумму вы максимально можете зайти. Стоимость входа на первую площадку 500 тысяч сатоши. По курсу доллара это примерно 2 доллара. Вторая 0.064, в долларах примерно 24 доллара. Третья пол биткоина, это примерно 200 долларов. И четвертая 2 биткоина, это примерно 800 долларов. И пятая у нас 4 биткоина, 326 тысячных биткоина. Выход. Смотрите, на первый выход почти 60 долларов, на второй около 400 долларов, на третий 4 биткоина, это примерно 1600 долларов, четвертое 8 биткоинов, это порядка 3200 долларов. Ну и пятое, посчитайте, 138 умножьте на 400. Вот. Итак, в чем преимущество и особенности маркетинга RedX? Смотрите, здесь бинарная система построения маркетинга, структуры. Вы заходите в структуру, под вами образуются два места. Здесь в компании нет обязательной квалификации лично приглашенными. То есть под вас в структуру люди могут попасть переливом, вы можете их зарегистрировать сами, но фишка в том, что переливом могут зайти люди в обе ноги. Далее также последовательно они размещаются во второй уровень. Также слева направо, либо справа налево. И дальше. То есть ваша структура, вся площадка может закрыться просто переливом. Без вашей активности. Вот. Смотрите, как дальше происходит. Люди, когда заходят под вас, перечисляют вам деньги. Проплачивают первый уровень свой. Эта сумма поступает вам в размере также 500 тысяч сатоши с каждого аккаунта. И автоматически переводится наверх. Следующему человеку вы проплачиваете для себя второй уровень, на котором также люди переводят деньги вот сюда, два места, да, оплачивают те же самые 500 тысяч сатоши. Они проплачивают свой первый уровень, для вас собирается та же сумма, концентрируется на третий уровень. И автоматически система ее списывает наверх, также проплачивает для вас третий уровень. Какие плюсы? Здесь 100% маркетинга, денег от заработка идет в структуру. То есть основатели проекта находятся также в системе, в структуре и просто зарабатывают деньги по маркетингу. Соответственно, никаких дополнительных комиссий, сборов здесь нет. Вся работа осуществляется через биткоин кошелек. То есть вы, когда пополняете свой баланс, у вас в системе автоматически генерируется свой кошелек на блокчейне, на который поступает прибыль, да, по закрытию площадки вашей. Вы можете ее выводить без ограничений, в какой день, в любое там время суток. То есть можете делать с этими деньгами что хотите. Соответственно, когда у вас закрывается первая площадка, 62 человека, на ваш счет поступает 0.16 биткоина. С нее автоматически списывается 500 тысяч сатоши на реинвест, чтобы вы остались в этой же первой площадке, и дальше под вами идет структура, и вы снова начинаете зарабатывать по закрытию, по наполнению этой площадки. И часть денег вы можете со своей прибыли перевести на вход во вторую площадку, где вход больше, но и выход больше. И здесь всего лишь 30 человек наполняемости площадки. В третьей площадке всего лишь 14 человек. На мой взгляд, самое интересное, это четвертая площадка, куда вход стоит 2 биткоина, на выходе получаете 8 биткоинов, и в структуре всего лишь 6 человек. То есть маркетинг достаточно простой, достаточно прибыльный, минусов на данный момент пока не обнаружено. То есть вся система работает автоматом, не надо нажимать никакие кнопки, продлять, проплачивать уровни, все идет автоматически, все списания, все зачисления. Итак, друзья, теперь давайте подчеркнем основные плюсы компании RedX. Первое. Отличный, удобный, информативный, ну и приятный для работы сайт. Второе. Готовятся документы по регистрации компании в Лондоне.
следующее. Админы, создатели сайта, не имеют доступа к вашим деньгам, которые вы заработали. Они находятся на ваших кошельках блокчейн, которые автоматически генерируются на блокчейне. Сейчас, по сути, предстарт, то есть еще не было официального старта проекта, но уже за примерно 4 дня в компанию зашло более 500 аккаунтов. Это о чем-то да говорит. Итак, следующее. 100% денег запускается в маркетинг, то есть нет дополнительных комиссий и сборов. Все доходы, все поступления остаются в маркетинге. Нет системы обязательной квалификации лично приглашенными, то есть не надо обязательно пригласить там двоих, троих, еще сколько-то, но при этом командная работа. Вам переливом сверху может построиться вся структура. Хотите — ждите, окей, хотите большего — становитесь активным человеком. Следующее. Вход всего лишь от $2. Это доступно на самом деле каждому. Следующее. Работает вся система через биткоин кошелек, то есть через криптовалюту биткоин. А это автоматически стирает любые границы, любые преграды, любые ограничения. Проект реально международный и может двигаться очень долго и очень хорошо. Сейчас биткоин просто в тренде. Все это набирает очень серьезные обороты. Далее. Как я сказал, автоматическое распределение в структуре людей. То есть автоматические выплаты, автоматические взносы, все система делает на автомате. Вам нужно просто регистрировать людей. Ну и как я уже сказал, командная работа. Я вас приглашаю в нашу команду. Будем двигать этот проект, будем раскачивать биткоин, раскачивать планету. И сейчас спать очень дорого, потому что сейчас предстарт, а старт будет еще интересней. Поэтому пишите, задавайте ваши вопросы или же просто наблюдайте. Выбор всегда за вами. Счастливо!